На данном полигоне с помощью белорусской товарищи мы проводим боевую слаженность с использованием учебной базы полигона. Большое применение новых видов вооружения, квадрокоптеров, соответственно, с применением артиллерии, боевых машин. И все это используем в ночное время. С соблюдением, согласованием и с привлечением белорусской стороны помощи различных подразделений родов войск обеспечения. Поэтому вот этот комплекс, он неоценим. Сложности заключаются в том, что лестница немножко неудобная. Это связано с тем, что здания тоже разрушаются во время выстрела, во время штурма, а также неудобное положение вот на втором этаже. Помимо этого, очень высок риск упасть, поэтому должен постоянно наблюдать как за своим устойчивым положением, так и за противником. Ушли. На данном учебном месте отрабатывается выполнение боя в лесополосе. Мы совместно с региональной группировкой войск проводим занятия в качестве инструкторов. На данном учебном месте проводится работа в боевой двойке, слаженность двойки, зачистка лесополосы, действие его, атака и штурм. В конце выполняем пометание учебных гранат. На данном учебном месте отрабатывается штурм окопов в составе боевой группы. Здесь отрабатывается первый учебный вопрос – это заход в траншею, передвижение по траншее в составе боевой двойки-тройки, штурм блиндажа и штурм отхода ответвляющих траншей. Подготовка личного состава происходит на оценку хорошо. Выстрел! На сегодняшний день подготовка региональной группировки войск является важнейшей задачей, которая поставлена главнокомандующей вооруженными силами Республики Беларусь. И мы эту задачу выполняем. Подготовка военнослужащих осуществляется на различных полигонах и участках местности Республики Беларусь. Для подготовки военнослужащих, подразделений, воинских частей, региональной группировки войск от вооруженных сил Республики Беларусь задействовано более 500 инструкторов. Данные инструктора имеют высочайшую практическую подготовку, навыки и знания, необходимые для подготовки военнослужащих. Система подготовки на территории Республики Беларусь работает как часы. Взаимодействие отлажено как на уровне центров принятия решения, так и на уровне бойцов. Что военнослужащие вооруженных сил Республики Беларусь, что Российской Федерации, все понимают значимость проводимых мероприятий.